В Тверской области в перечень наиболее востребованных на рынке труда вошло 12 профессий и 38 специальностей среднего профессионального образования. В этом списке мастера отделочных и декоративных работ. Так, в Твери компания «Добрострой» приглашает к себе на работу плиточников, отделочников и маляров. Подробнее в нашем следующем материале. Денис Виноградов работает в компании с 2014 года. Начинал с должности сантехника. Спустя 2 года ему предложили вакансию прораба. Он согласился, так как у него уже был опыт работы внутренней отделки помещений. Как поделился Денис, без работы сидеть не приходится. Каждый день проходит в движении. Буквально вот в этом году, буквально на днях мы закончили объект крупный. Как бы этот объект запомнился тем, что так как был запланирован на проекте, хотя было внесено много изменений в проект, но заказчик в целом остался доволен. Как рассказывает генеральный директор ООО «Добрострой» Борис Башкатов, работа для специалистов будет всегда. Вне зависимости от времени года, количество заказов не снижается. Нам нужны хорошие плиточники, отделочники, штукатуры, маляры всегда нужны круглый год, и кровельщики. То есть вот 3 вакансии мы готовы рассматривать и принимать чуть ли не весь год. Даже там зимой, конечно, много работы. Те, кто устроился на работу в компанию, ждет стабильная заработная плата 2 раза в месяц. Официальное трудоустройство – молодой и дружный коллектив.